Мы помним о войне, ведь эта беда коснулась каждого, и мой род, моих предков в том числе. Есть те, кто вернулся, а есть те, кого забрала война. Есть те, кто попал в плен, а есть те, кто пропал без вести. А могло бы быть по-другому, как много тех, кто не успел познать счастье, быть любимым мужем и отцом, не увидевших долгожданную победу, как много тех, кто не вернулся. Они пожертвовали этим ради нас, и они навсегда останутся в нашей памяти. И даже если чьих-то имен нет на мраморных плитах, их имена останутся в нашем сердце. Это мои герои, моя гордость. Сохранение памяти в наших руках. Ведь уважение и память о предках – это залог счастливого общества, это соединение потомков с силой, которая была. Это достойный пример смелости, силы и доблести. Это ценность того, что мы имеем. И мы должны быть достойным примером для наших детей. И я буду рассказывать об этом детям. Ведь память остается через наш пример и традиции. И самое главное, память об этом у нас в крови. Мы помним.